Между тем, полицейские республики пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась распространением героина. Работали они сразу в нескольких регионах страны. Среди подозреваемых есть граждане ближнего зарубежья и России, жители Кисловодска, Саратова, Чебоксар. Деятельность драгдилеров была пресечена оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. При обысках в местах жительства подозреваемых и в тайниках-закладках сотрудники полиции обнаружили наркотики, предназначенные для сбыта. Всего из незаконного оборота было изъято более 4 килограммов героина, а также упаковочные материалы и электронные весы. Число, месяц, год рождения. 16.03.1992 года. Где родился, где прописан? Я родился в Таджикистане, в городе Душанбе. Чистый был вот в этом мешке, правильно? В этом мешке был. Чистый был вот в этом мешке. Да. Этот мешок тебе кто передал? Они привезли, закладывали. Следственным управлением МВД России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении 8 подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества или участие в нем». В одно производство соединены 65 уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. В настоящее время нами продолжаются работа по установлению иных лиц, причастных к участию в преступном сообществе.